там где-то еще ни разу не заходили. Так с этой стороны не было, видно? Ну да. УФЗшка уже разрывается над головой, а то как. Слышишь? О. Все, вот это разрывается УФЗшка, а только, а потом мы только слышим выход. Они перерубали 4 основных, и она осталась на трубах, на этих скрещенных. А там один выстрелился. Да, отсюда, пожалуйста, ничего нет вообще. Угу. Все про не ожидали, что ответ сразу пойдет. Они привыкли к, к безнаказанности. А тут резко пошла ответка, поэтому они, скорее всего, были в шоке от такой ситуации. Обычная ситуация. Они обстреливают, мы молчим. Тут пошло совсем наоборот. Только один выстрел, и пошла тут же моментом ответ. Все. Тишина там, ну, закончилась тем, что и должно было. Они просто уже молчали. Они боялись уже высунуться. Ну да, наверное, считают потери свои. Потому что ее с утра слышали, как работает бензопил, и, видимо, начинаются у них строительные работы по восстановлению всех их блиндажей.